Всем доброго здоровья и привет аппетиту, сейчас кушать, с вами Юля Мишка. Всем привет. Что, ё-моё, вернулись в игрушку под названием Sniper Clips. Да, у нас куча еще всяких миссий, которые нужно выполнять. Мне вот это прям привлекло внимание, сюда и пойдем. Блин. Ого, внезапно. Все, я забыл просто таймер поставить. Так, ну если что, я красненький. Стой, я желтый. А мы наоборот, а мы всегда, стой, да? А почему, погоди, я фиолетовый и красный. Да, и розовый. А вроде был желтый. Да, нет. А, все, меняем геймпад тогда. Блин. Все, по вашей хотелке поставили таким образом. Сейчас, хотя раньше было иначе. Так, что нам нужно? Смотри. Так, стой, сейчас. Вот эту бандурину. Вот это отрезать, да? А зачем ты это делаешь? Вспоминаю просто, как... Короче, смотри, вот эту большую фиговину нужно каким-то образом вставить. Вот сюда. А без разницы? Не, наверное, цвет... Вот этими, да. То есть, вот этими. Стой, погоди, вот ты как бы... Зеленая, то есть, смотри, зеленую. Вообще ее надо перевернуть. Да, да, это я тебя понял. Так, все, Миша, восстановись, короче, все, план действия сейчас. А, это ты меня обрезала. А почему восстановиться? Ну, ты меня будешь резать. А, ты хочешь, чтобы я тебя порезал? Надо такой, типа, остренький тебе сделать. Только, да, только чуть, да, вот. Тихо. Ну, попробуй так. Ну, подцепись. А я вот пока сейчас... Вот, смотри, как подсекает. Как карася. Я не знаю. Сейчас, погоди. Их надо, то есть, перевернуть. А вот как? А ты попробуй, знаешь, что... Миш, ну ты меня прям это... Бамперами подкрути. Сейчас. В другую сторону. Не получается. У меня не получалось. Вставай. Ты мешаешь. А, я мешаю. Слушай, а можешь меня обрезать? Так. В хорошем смысле этого слова. Сделай меня таким же идиотом. Во-во-во. Во, все, хорош. Всё? Да, давай я тоже помогу. Так, а как перевернуть все дело можно? Вот, слушай, вот ты какую-то хорошую мысль так задел. Сейчас, вот сюда. Может, протащить? О, смотри, как хорошо. Так. Вот, и вот, может, твоим как-то... Стой, давай вот... Или... Стой. Ну да, да-да-да-да-да. Я поднял. Так, а... Стой и зафиксируйся. Стою, все, фиксирую. Так, а вот этим надо... Стой. Надо твоего фиолетового куда-нибудь, Юль. Да? Да, стой, давай, погоди. Он упор, он мешает. Сейчас. Я на всякий случай просто подстраховаться. Как ты, может, сдернь? Ну, как... Так, это получается, стой. А куда мы переворачиваем-то? А, тут еще и протащить надо, прикинь. Че, реально? Да вы что, серьезно? Это слишком сложно. Ладно, давай просто отнесем для начала. А там уж как пойдет. Пошли. Сейчас. Во-во-во-во-во. Убери своего вот этого розового. А куда я его мачо уберу? Ну, не знаю. Тихо. Может, вот здесь сейчас... Так, стой. Вот здесь проще. Все, будет, вот здесь проще, конечно. Наверное. Сейчас, вот так вот сделаю. Можешь наклонить своего? Куда? Вот так? Нет, вот этого зафиксируй, все, держи. Сейчас, тогда вот... Стой. Только пока... Ты сейчас это тут... Мне просто, видишь, я узеньким краешком туда. Убери другого. Да. Ты зря отошла в эту сторону, если честно. Ну... Потому что нам нужно больше пространства. Во-во-во, смотри, вот переворот пошел. Во. Так. Убирай. Так, синий ты мой. Да. Убираю. Сейчас. Ты перепрыгивай, уходи. Во-во-во, отлично. Сейчас. Вот смотри. Не-не-не, неправильно как бы. Да, то есть но, это надо другим. Но, попробуй вон тот схватить кусок. А, так. Бери на себя. Вот. И как бы... Блин, ну я, конечно... Все, молодец. Убирай розового. Розового убирай. Уходи. Так. Во-во-во-во-во-во-во. Только подхватывай этим. Подхватывай своим розовым. Сейчас. Так. Молодец. А вот теперь стой. Я могу в тебя упереться, если что. Вот так? Да. Вот так, да. Да-да-да-да-да-да-да-да. Теперь надо... Все нормально. Как-то вот надо... Мне нужно подхватить. Тебе вот этим подпереть... Как бы. Вот как ты сможешь только выдвинуть свою башку, длинную, типа, бошку туда выставить. Вот куда? Крути вот эту. Да-да-да-да. И поднимайся, вставай. Да-да-да-да-да-да. А зачем ты это делаешь? Она в другую сторону. Другую. Ой, я идиот. Простите. Что-то сразу не сказал. То есть тебе наоборот надо. Надо вверх поднять. Ой, дурак. Ой. Это получается все правильно. Не надо подпереть. Надо с этой стороны начать, да, и ковшом-то взять. Ну, как бы да. Ща. Все, и затащить. Фу. Как будто настройки. Чуть не испортился. А, стой. А, стоп, еще не меня... все. Подойди, подпери. Все.
Джамшут, ты не джамшут. Слушай, ну это тяжелая была работа, если честно. Мишка, чуть все не испортил. Ну да, да блин, сказали бы кто-нибудь, что ли. А я и пытаюсь, ну ты просто знаешь, что такое. Ой, видишь, что ли. Ты, короче, вот это вот туда, да, то самое. Вообще, в ту сторону кручу все дело. Ничего не понятно, но очень интересно. Ладно, что у нас следующий-то хоть? Какие-то инопланетяне. Вон, смотри, там какие-то сопли сверху. Давай вот попробуем нажать. А. Ага. Ага, ясно. Их надо все поймать. А интересно, интересно, если мы какую-то, давай, например, давай, давай, поймаем, проверим, давай, давай, давай. Они вот все исчезнут. Иди жми, иди жми, иди. Ага, типа надо все поймать. Ага. И как-то запихнуть. Короче, ну, кто-то из нас должны давай быть контейнерами. Короче, обрезай, знаешь что? Вот такие контейнеры. Обрежь будут, меня. Вот такие. Думаешь, вот, такие? Можно моя? А сколько их всего штук? Шесть. Шесть. Можно по давай, моей теории? Давай, сейчас. Что делать? Стоять. Вот. Блин, ну он может... Сейчас, вывалить. просто вот, пожалуйста. Как бы, я ну, бы... а потом твоя будет, хорошо? Хорошо? Мы бы посмотрим, более... чья лучше будет. Окей. Вот смотри, встаем. Ой, слушай, не до конца отрезал. Наверное, дурацкая может идея. Ну стой, вот, вот иди, так. Да, да, да. Вот, ну только это не все. Не-не-не, можно дальше отойти. Так ты... Убери своего фиолета вот этого. Ну. Так, ну не на всех хватит, да? Давай как бы тут сделаем технически просто. Подойди чуть-чуть влево. И вот наклонись, как я. Так? Да. И стой, я хорошо? Просто... А, кто кнопку нажмет? Ничего, да, вот именно. Ладно, встань тогда вот таким углом. Ну, типа, чтобы скатилось все. Вот-вот, стой. Держишь? Да. Так, вот мы всех их собрали. Теперь... Все, вот, это наша ячейка. Так. Надо кого-то сделать... засувателем. Да, только фишка в том, что мы теперь с тобой. В разных сторонах. Как тут сейчас надо быть аккуратно. Шагну. Ты, да, вот я и хочу сказать, ты шагнешь. Все. Ага. Кто, можно меня ячейкой? Как бы знаешь, в чем? Что сделать? Встань повыше. Блин, сейчас упираюсь. Сейчас. Подстроюсь. Так. Режь. Ты уверен? Ну давай попробуем, я же в любой момент восстановлю. Сейчас, здесь зеленый, да? Так. Забираю соплю зеленую. Так, это Юля! Ладно. Блин, ну сорян. Все нормально, стой как в прошлый раз. Случайно. Ничего затем страшного. Все. Я тихо хотела как раз... Моя теперь косячина, ну ничего, все нормально. Стой, все, все нормально, тихо. Давай, ладно, возьму вот эту. Сейчас, чем меньше их будет потом... Да, только... Все, спокойно. Уверен, что ты... Я... А, все, ну видишь? Хорош. Теперь надо зеленую соплю взять. Ну, только с ней прыгать, конечно, вот такая сидит. Сейчас, погоди. Так, на всякий случай подстраховка. Блин, надо как-то так прыгнуть. Фу. Так. Так, отхожу. Блин, они, конечно... Чтобы тебе не мешать. Угу. Блин. Эй, я чё? Все, забрал. Всё, так. Сейчас. Миша проводит вообще сложнейшую операцию. Ага, все, все. Тихо. Сейчас, я просто, чтобы тебе не мешать, пыталась повернуться. Блин. Ну я могу на крайняк. Почти. Тебя да, это... Да, все, о, так, еще. Блин, конечно, хотелось бы взять одного цвета. Просто жонглировать как-то такое себе, да, занятие. А если вот так я могу... Нет, не пройду. Не, давай-ка... А подкинуть его? Вдруг они... Как-то сказать... Страшно, Юль. Мне каким-то... Ну попробуй чуть-чуть. Ща... Не-не-не, знаешь, как сделал? Ща. Так. Ща. Блин, такую тупую сделаю, мне кажется. Ну, как бы да, у тебя не особо получится. Чем мне делать? Вот так. Юль, спасибо, да. Я еще даже не подумал. Я понял, подкинуть, так, но... Мне только надо вот единственное, как-то от тебя тут срулить, чтобы, чтобы тебе в тот не край... мешать. Сопля здесь. Или вот я не знаю, как... Все нормально. Нет, стой на месте. Можешь на меня залезть? Я могу... Да, ты даже тут к месту будешь, Юль. Все. Все. Блин, если честно... Теперь тебе надо зелененький будет передвинуть, как бы, чтобы два руки... На самом деле, можно было этими разойтись, но страшно. Ты говоришь, подкинуть тоже, да, опять? Ну, вот, да, кстати, ты стой тут с краешку. Сейчас.
Блин. Да ё-моё. Вот так. Ща. Да-да-да-да. Вот о. Так вот. Трэш, ну а сейчас раскидаем. Все, я полностью проработал весь план. План капкан, смотрите. Опа! Ой. Опа! Мишка, как опа. Ты сказал, что проработал всё, смотри, его? Медленно, хирургическим путем. Поднялся, выровнялся, так. Смотрите, так. Чоп-ч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 оп. И такой. Тормозишься. Шм. Ой. Шм. Все. Так. Вот тут уже, конечно. Либо мне уйти, либо да мне ладно. Страшно. Не парься, не парься. Сиди. Мы сейчас с дальнего начнем. Встаем. Так, и идем. И чап-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 чап. Ой. Нормально. Ой, я тебя нечаянно обрезал. Да пофигу. А, ты теперь не можешь из-за меня туда закинуть. А ты просто иди влево. Так. Ой, не надо было. Все, все, все. Ага. Я могу, кстати, тебя таким образом даже... Так, два глаза осталось. Подтолкнуть. Опа. Чап-ч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 ап. Так. Хап. Блин, я все время режу, почему тебя не прыгаю. Фу, Юль, подкорректировал ты вовремя, конечно. Пфф, сейчас бы не выронить его. Тихо. Прыгни. Не могу. Ладно. Стоп. Надо тебе сойти. Ой, ладно. О, и здесь я просто не буду тебе мешать. Да, давай, сейчас. Все, только мне надо самому... Тебя... Сейчас. Вот так. Даже на всякий пожар. Чап-ч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 ап. Чап-чап. О, ну это, кстати, классная была миссия. Ну, в основном, ты, конечно, всю работу проделал. Ну, тут можно было, если бы ты меня тоже порезал, я бы тоже одновременно делала. Но тут страшно. Нормально. Вот любая ошибка, и начинай уровень сначала. Так, ну, боулинг пойдем в старые карты. Точнее, в старую карту. Так. Тут нам надо будет что? Надо мячику дать пройти. Так. А, надо то есть так себя порезать крючочками. А мне кажется, можно его так типа сдвинуть. Ну вот сойди лево вот этим. Стой, а. Ага, нет, стой. Нет, нифига. Не-не-не, стой, смотри прикол. Ну. Да проще будет, если ты крючок. Ладно, давай. Как крючок? Ты у нас теперь. Стой, выше поднимайся. Встал. А, ага. Сейчас. Пробую? Ну, давай, да. Вот так, что ли, как-то? Ну... Стой. Думаешь... А, стой, можно... Стой. Вот так. А, ну да, кстати. Гениально. Ты ну, меня. Тут вообще изи будет. Молодец, Ю. Так. Блин. Тебе бы... Фигнёй не страдать. Ща. Да, вот. Ща. И вот, и двигай. Так, отлично, упал. Отлично. Теперь, наверное, все равно с этой уж тут как угодно решится. Или должно сдвинуться. Да нет, наверное, слушай. Может, вот тут? Давай. А, надо наоборот. Тебе, вот да, в вот сторону. Сюда выдвинуть. Слушай, тут такая штука, на самом деле. Ой. Стой на месте вот этим чувачочком. Каким? Ну, вот которым ты стоишь. Розовым? Фиолетовым. А я розовым. Не-не-не, сейчас я просто вот эту штуку продвину так, чтобы, ну, чтобы она легче сдвинула. Было. А здесь немного... Ну, как бы да, ты понимаешь, что я... Блин. Спасибо большое за подсадку. Блин, сейчас. Ну, а то, Миш, у меня Блин. Есть план. Так, я слушаю. Ну, сейчас ты уж пошли сделал. Короче. Ва-банк. Так. А так ты видишь... Ну, ты озвучь пока, скажи, что хотел. О, да-да-да-да-да-да-да, хорош. Мне в жопу залез твой крюк. Ща. Блин. Ва-банк? Не пол... Блин, я свалился, Юль, с твоего этого. Да? Ну, и как бы... Угу, все, спасибо. А, все, можешь это... Блин, как бы вот тут... Тебе нужно... Ага... Ну, я уже дальше, мне кажется, не смогу. Ну, мне надо как-то тут либо... Ты встань повыше твоим вот этим. Розовым? Да. Во, ща. Угу. Так. Угу. Все. Все, супер. Так. Блин, я тут застрял так-то. Сейчас. Блин, сорян. Стоп.
О, слушай, я... Все, ништяк. Тихо, тихо, тихо. Ну, тут, наверное, каким-то... Можно вот таким способом. Юль, сейчас, ты я... отпор ага, к фиолетовую все. Бери. Так. А, это все, слушай. То есть тебе надо... да, это упор. Вот этим желтым вот надо. Вот этим сдвинуть, только наоборот. Вот так вот, да. Мне кажется, надо тебя подрезать. Да, мне кажется, да, легче будет. Тоже так, сделай. Стой, вот так. Ну, нет, ну... Стою. Сейчас, сейчас. Вот так. Норм? Да. Так, сейчас... Развернись только. Ща. Во. И вот этим синим. А это все упор, видишь, с другой стороны это упор. Не, а. Больше не могу. Стоп, а как? Ну надо, мне не хватает тут. Вот, я застрял с тем синим, мне бы вот не упираться. Давай, давай, чуть-чуть пошагаем. Фу. Молодцы. Молодцы. Слушай, ну вообще... вот это нормально, мы сейчас вообще просто с тобой... Раскусываем на раз, два, три. Да, да. Так, что у нас еще осталось? Здесь... А там что осталось на той странице? Тут еще... Яйца, да? Яйца. Блин, или яйца, вот эти. Конечно. Яйца я не хочу. Так, ну давай что-нибудь еще. Так, а что? Сейчас. Геймпад, все. Мячик, может, закинешь? Ну давай мячик. Пойдемте сюда, короче. Посмотрим, что у нас здесь. Может, и тут справимся быстро. Так. Ага. Ну, просто закинуть мячики, получается. Их три. Стоп. О. Супер. А вот это можно скинуть. Вообще не париться, смотри. Давай, Юль, да футболим. Вот этот не сюда. Я вот поняла. Сейчас закинем. А, там мешается крючок. Давай, Юль, проталкивай. Все. Вот этот надо, мне кажется... Да, только нам надо как-то встать, возможно, сейчас, да друг футболим. На друга. Да не, это бред. Надо... Слушай, как бы тебе объяснить? Одного сделать крючком. Короче, сейчас я себя сделаю. Стой. Да стой. Стой. Что ты хочешь? Сейчас полетит. Сразу же? Давай. Ну, Юль, все, лафу, я хотел крюком опустить вот этот, ну, как извините. Его, Юль, за 2 секунды. Ну, это, видать, первая миссия, она вообще тут супер. Просто сейчас я проверю. А, ну только, ну опускается вообще или нет? Да, короче, я просто гений, понимаете? Ладно, давайте на этом закончим. Пока что и будем допроходить дальше потихонечку. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.